о сомнениях. Христианин может и, наверное, иногда должен испытывать сомнения, потому что это естественная часть духовного роста. Когда человек испытывает несомненное присутствие Божие, когда он полон духовной радости, это великое переживание, но это не дает ему возможности проявить верность Богу. Мы учимся быть верными, мы учимся стоять в вере, когда мы делаем это наперекор своей холодности, наперекор своему нечувствию, мы делаем это в ситуации, когда это трудно. И вот сомнения – это именно то время, когда мы наиболее возрастаем в нашей верности Богу.